какая обязанность в первую очередь оказать первую медицинскую помощь. В случае чего необходимости придется предъявить оружие. А почему я сюда пришла? Ну, потому что ведь как бы не столько защищаю родную землю, сколько родной народ. В том, что на этой стене творится полный беспредел, и нужно как-то помочь людям. У нас девушки воевали в Великую Отечественную войну, в других странах это уже никак не новшество. Ну, наша Луганская Народная Республика не отличается ничем от других стран. Поэтому я здесь. А еще раз повторите, вот вы преподаватель? Учитель химии и биологии. Угу. А здесь вы? Здесь сам инструктор. Ну, что-то смежное вот между преподаванием и... Почему сам инструктор? Какие-то есть навыки? Или... Нет, мне предложили сам инструктором быть, потому что, во-первых, что есть навыки биолога у меня. А вот год я проходила подготовку в институте, ну, как вообще обязательный предмет ОБЖД и оказание первой медицинской помощи. Ну, во-вторых, ну, это обязанность, чтобы не отвлекать стрелкового от основного дела, поэтому мне, как девушке, предложили быть сам инструктором. Я это же не расскажу, расскажу тебе.